Друзья, хочу поделиться с вами сайтом, с помощью которого я зарабатываю долгое время. На сайте работают аналитики, их прогнозы действительно проходят. Начал я с бесплатных прогнозов, которые они дают каждый день. А когда понял, что все работает, взял подписку на 3 дня, по которой получал ежедневно по 3-4 прогноза. Когда поставил первый раз, я был просто шокирован. Сразу заработал 3400 рублей, поставив всего 1600. Вот мои скрины с тем, сколько заработал. Плюсом является то, если события не проходят, вам бесплатно предоставляется замена. Поэтому проиграть с этими ребятами невозможно. Смело приобретайте подписку, рекомендую. Ссылку на сайт оставлю в описании. Здоров, здоров. Сейчас точно будет работать. Так, бля, сейчас, секунду. Да, музычку можно подрубить. Естественно, это, блядь, будет. Давай, включайся. Да. Всем здоров. Если будет громко, если меня будет херово слышно, вы там скажите. Вот. Но пока, блядь, нет, уже чувствуется громко. Терапс, уж прости. Альбом этого Тирепс это послушали. Салам, Чечне. Я, короче, не буду ошибки прошлой повторять. Здоров, Рябина. Потише, окей. Бля, ну это, короче, проще еще вырубить. Не буду повторять ошибки предыдущие, когда я отвечал, короче, просто на каждое сообщение, ну, то есть, когда они вот пойдут очень часто, и, типа, я пытался на каждое сообщение ответить, ну, лишь бы ответить, короче, не нахуй, я буду, ну, если, короче, не ответил на вопрос, то, значит, он какой-то либо односложный там ответ, либо я на это отвечал, либо, короче, не знаю, потом, когда-нибудь увижу. Это Макс, я тебе писал ВК на матч Ростова, держишь, пока не иду. Я, короче, схожу, но пока не знаю на какой. Да-да, всем здорово, помахал бы всем, но не вариант. Как тебе выступление Майлза? Майлз круто сделал. И, в принципе, типа, ну, крутой тип, вот. И этот батл... Ну, мне вообще батл понравился. Вживую понравился мне больше, чем... Обещал топ-книг составить, когда-нибудь составлю. Вот. Ну, короче, клёвый батл. На мой взгляд, это один из двух, наверное, вот батлов, которые мне на встречу больше понравились. И на видео мне больше понравился тот, который другой. Скоро там увидите его. Вынесешь всех, ну... Напишешь, да, да, я... Ну, как-нибудь там скооперируемся. Я пока просто не знаю, как... Ты на вопросы отвечаешь лучше, чем Сойер читает. Ну ничего, ничего, пацан, прокачай. Сейчас там со Смоки Мо они все, это, флоу пройдут и будет все хорошо. Что после Версуса планируешь творчество уйти? Ну, я думаю, что точно батлы будут. Не знаю, допустим, там закончится сезон. Я не знаю, когда будет там первый батл после этого. Но я думаю, что батлы точно будут. А по поводу творчества, не знаю. Не знаю, возьмут на Booking Machine, тогда буду чем-то заниматься, а твой ебал я в рот, как все сейчас. А вы с Миксе должны, ну, наверное. Что скажешь насчет судейства Парагрина? Ну, у меня другой взгляд на судей. Ну, в смысле, я не согласен с судейством, я это говорил сразу после батла. И, в принципе, мое ощущение как вживую, так и на видео. Но, опять-таки, тут, в принципе, я могу понять. Вот я очень часто так отвечаю, но типа это так. То есть я могу понять, почему эти судьи отдали голос за Микси. Все. Вот. Я бы отдал голос, честно, Парагрину. Это, ну, мой вкус батловый, да, он другой чуть-чуть. Но, в принципе, я могу понять, Парагрин действительно сделал серовато. То есть, в принципе, есть такая хуйня, что если этот батл, ну, фоном, типа, как бы слушать, то есть я бы не побежал бы к экрану, типа, или не повернулся.
на раундах Парагрина, именно чтобы, если бы я услышал, ебать, да там что-то прям пиздатое. Вот. Блять, я пиздец хоть много пропустил. Окси дает советы какие-нибудь? Да, Окси нормально раскидывает, только так. Когда будешь ебать Соню, не знаю. Да, у меня все хорошо, здоровье, родные, Динас крутой чувак. А, слушай, а когда мы продолжим Heavy Rain, проходите и учить Коле жизни. А, я, короче, на самом деле думал сегодня, что будет стрим на Ютубе. Сначала думал игровой, потом, короче, у меня вообще там, типа, ну, грубо говоря, сюрпризик есть небольшой. Ну, это стрим. Просто формат. Формат необычный для меня, и, в принципе, мне кажется, это будет интересно. Но пока я вот сидел, готовился к этому. А, то есть надо было к этому подготовиться. И, короче, блять, не хватает и времени, и я понял, что что-то я уже эмоционально не вывезу эту штуку. Просто на вопросы поотвечают вполне нормально. Микси вместо тебя в финал попадет. Ну, почему вместо меня? Типа, тут же 6 человек на сундук Оксимирона. Микси вайбом затащил. Ну да, да, то есть это можно понять. С Мироном бы побатлил, не. Кто сильнее в команде Смоки? Ну, Парагрин. Турнир сделан так, все эти без Бови, надо будет батлить в группе, потенциально в финале, что думаешь, поэтому мне с ним нужно, ну, батлить в отборе, да, и в группе. Ну, это, короче, просчеты, как на мой взгляд, но, типа, ну, в общем-то, хуй с ним. У меня сегодня день рождения, поздравишь, да, Миля, поздравляю тебя. Я промолвил, я понял, да, я не знаю. Альбома Артема вообще классный. Блин, реально, 5 треков. Ну, 4 прям топовых. Один хороший, 2 мне не нравятся. Ну, блять, очень круто. Как тебе Дис МакКоннелли на славу СТС? Не очень. Типа, ну, у них как-то у обоих так получилось. То есть, когда выйдет видео «История бифов Джей МакКоннелли, слава КПСС», я бы не стал смотреть это видео. Шаришь за неизвестность? Не. Дис в ответку Сони, нет, Диса не будет. А, как тут кинуть полтишок? О, Келпи, здорово. А, ну ты знаешь, блин, номер карты, ты можешь в любую секунду просто это сделать. А чё бы орги не дали каждому судье по 3 очка, чтобы если батл спорный, они ставили 2-1? Ну да, тогда как бы 2-1, и получается, то есть у каждого судьи было бы... Точнее, нет, то есть можно было бы победить 9-0, то есть... Ну вот как тут рассуждать? Если один судья дает 2-1 и два судьи дают 3-0, что делать? 8-1, типа, ну это ебать, такой разрывчик. Вот. Антоха стримит новый проект, придумал. Все, РБЛ уже надоел ему. Убил паундропова подушкой. Бля, да, он даже, короче, на утро нихуя не помнил. Кто следующий у тебя в паре на Версус? Не могу говорить. Так, где ты находишься во время других батлов на работе? Я, короче, охуительно там стою, мне очень удобно. Просто, чтобы вы понимали, там везде очень жарко. Особенно мне. Но там вот просто пиздец. И, короче, я так охуительно сбоку. То есть, когда вокруг тебя меньше людей, тебе как бы, ну, более прохладно. Вот. Но я стою с командой, чтобы вы понимали. Твои раунды в РВЛ это что-то, это мощь просто. Да, крутые раунды, спасибо, согласен. Кого считаешь самыми сильными батл МЦ в России? Тирайрс вот охуенный. Слабое звено, ну, слушай, это нет. Ты скажи, куда донат кидать. Блин, мне тут сказали, что, короче, типа, я могу написать в чат и закрепить это сообщение. Типа, ну, как, по сути, сделать закреп, да, чтобы... Ну, я не знаю, как это делать, и, в принципе... А, о, все, знаю. Сейчас, короче, будем наживаться на честных людях. Бля, реально, я, короче, не знал. Но мне кажется, короче, что эта хуйня не сработает. Ну, типа, она не закрепится. Так, секунду. Пока Терепса слушаем. Все равно вопросов очень дохуя пройду, поэтому, ну, напишем еще раз. Блять. Хуйня. Ебать. Так. Да, блять. О! Реально это работает. Ну вот, если типа кто-то хочет поблагодарить за контент или за что-то,
Не знаю, в принципе. Типа, «Мудак» моя любимая песня, охуенная. Дот в мои топ-4, это 100%. Входит, наверное, на... Сделай громче сейчас. Да, так, нормально. Тебе реально нравится альбом Дирепса? Вообще, безусловно. Я причем сам, типа, не любитель, когда, ну, кореша, типа, друг друга так слишком поддерживают. То есть, в интернете, то есть, блядь, там, типа, Салам Камчат, блядь, типа, это просто, короче, пиздец, он перевернет игру. Особенно, когда, типа, до того, как выйдет. Да, это Сбер. Вот, типа, все, короче, сейчас выйдет его альбом, это пиздец, это так охуительно. Ну, то есть, типа, объективно, мне кажется, ну, нет, объективно, типа, не может сказаться, но, ну, мне кажется, что это действительно хорошие песни. И я вот, когда послушал, то есть, когда мне там он скинул в первый раз, я его, ну, послушал уже давно, вот, сейчас, да, про Головина можно раскидать. Клипак Локи не видел. Вот, то есть я прям, ну, чуть-чуть позавидовал Тёме, что он действительно отошел от батл-рэпа. То есть, как бы это ни было круто, то есть, ну, здесь вот, допустим, я в этом культуре, в этом мире могу делать... Руслан Сарелович привел 50 рублей. Спасибо большое. Очень классно, приятно. Я... как раз себе подписочку ебану на PlayStation 4, чтобы там тоже стримить. Она у меня заканчивается через неделю, блядь, неделю. Вот. Да, да, он сделал что-то новое. Короче, блин, ну это реально круто. Кирилл Сергеевич, 184. Блин, там сообщение, бля, у вас будет экран, да? Спасибо, офигенно круто. Блин, очень приятно. Я считаю, что это... Ну, типа, благодарка за контент, который вы смотрите, да, то есть, ну, это не обязательно, но кому не жалко, тот может поблагодарить. Это приятно. Так, по поводу Головина, я вот сейчас смотрю, и что там вроде, ну, Монако или Челси, я фанат Челси, типа, очень давний, все такое, и я очень искренне хочу, короче, чтобы он перешел именно, типа, в Челси. Хотя тут ему будет сложнее. Но вот очень верится, что, блин, ну, когда-то Смертин там играл. Вот, было бы круто. И я надеюсь, что он сможет там раскрыться. Да, вот у меня тоже сериал и любимый трек охуенно. С Мироном бы не побатлил. Забатлить с Терепсом нет. Была такая мысль у нас два раза. Побатлить с Тёмой, комплименты, но... он в Монако уже, все, блять. Тебя задонат на карту, бля, чувак, ну это такое уже, типа все знают, что, блять, все типа, я не выпрашиваю у тебя ничего, ну, заебу, знаешь, типа, я за сколько лет уже в батл-рэпе, типа, вот ты делаешь какое-то действие, ну, вот просто там, не знаю, действие. Вот, и тебе просто, короче, обязательно хоть один человек скажет, что тебе за это пизда на батле. Ну, и слава богу, пусть хоть какие-то реальные поводы будут. Я посмотрел бы этот раунд, типа, ты прикрепил номер карты в Инстаграме? Ах ты сука. Вот. Так, сейчас были интересные вопросы, пока я тут... сколько знаком с Терепсом? Блять, сколько лет я уже в этой всей хуйне, я уже сам испугался. И, ну, короче, с 2015-го, по-моему, с начала 2015-го года, и то есть мы, наш первый с ним, ну, то есть мы не в этом, не в контактике, то есть мы в жизни познакомились, и после этого очень хорошо общаемся. Раньше ты был кудрявым, не хочешь вернуть причину. Не, чувак, и в Ростове, типа, плюс... 40 было, ну, сейчас там плюс 33 сегодня было. И, короче, бля, это пиздец. Да и, в принципе, типа, не знаю, как смотрели этот, как его, блядь. О, Пунчер, иди нахуй, братан. Короче, хуйня, надо все, вот. Как, Луперкаль, проект Увечья, все. Да, да, я в Ростове. Какой батлер отличается в жизни, чем как показывает, не понял. Так ты не ответил людям, Сеймур или Леха. Ну, как батлер, мне больше нравится Сеймур.
А у, ну, у Лёхи есть хорошие батлы. А ты лысеешь вообще? Ну нет, вроде. Не знаю. Пойдем бухать за мой счет. Вот, а вот это уже типа какая-то хуйня. Я вот никогда, ну, честно, не соглашаюсь бухать за чей-то счет. Хотя нет, знаешь, вот если ты мне купи самый дешевый, где пивко. Я сейчас, короче, не пью, вот уже кинул 50, прочитаем там вопросик. Бля, а подожди, это ты первый кинул или ты сейчас кинул? Потому что, блядь, тут, короче, хуёво, то, что я сейчас начну, типа, читать сообщение, там, искать его, и, ну, вылетит, типа, стрим. Ну, вроде как бы станет темным экраном. Вот, бля. Ну, напиши этот вопросик здесь, типа, это не проблема же. С кем бы в финале хотел встретиться? Ой, блядь, я уже на такие вопросы не отвечаю. Как тебе новый трек Дани? А, да, хороший трек. Привет из Грузии, топлю за тебя, спасибо, удачи и тебе тоже, и салют Грузии. Минуты две назад, бля, еще не пришло. Ну, тупит, походу, я не знаю. Ну, честно, не видел. Ну, я тебе говорю, назови еще. А, вот, только, блядь, причем пришло то, что зачисление, но не пришло то, что, ну, с вопросом. Так, сейчас, секунду. Какой твой батл выйдет, сидим, так, Аркадий, вот, Аркадий, да? Слушал ли релиз No Name, ждать на BPM, слушал. Я, типа, все-таки такой рэп слушать именно, ну, слушать, блядь, в наушниках я не могу. Ну, хотя у No Name вроде я слышал там пару треков, где он, ну, не то что на батлах, вот, на батлах мне его интересно смотреть. А так, ну, как-то, не знаю, я чуть-чуть другое слушаю. Я, в принципе, очень мало слушаю всяких вот техничных чуваков, то есть только западных, наверное. Ну вот Рамирса, кстати, был, да, вопрос, слушал ли альбом Рамирса, не слушал. Сегодня послушал два трека, но под трек Пуля я уже, короче, его хожу, тут напеваю очень долго. Какой бы самый сложный соперник в карьере? Короче, мне очень сложно давались оба полуфинала турнирок. Это с Огневским и со Скримом, потому что мне было действительно очень сложно доебаться. Выбор между твоей трансой и нищим хайпом самый сложный. О, Келпи, бля, ну, чувак, я ж тебя... Ну, хотя, ладно, это тебе там батл хоть, да, стоять или это. Почему ты не пьешь, а сколько собираешься, потому что Сейма сказал, что вы пили... Да, я, короче, пил в Москве, ну, вот, был в Москве, и... Ну, да, я там, конечно, блядь, ну, пиздец, охуел, ну, вот, от жизни чуть-чуть. Вот, я, короче, очень... Так, сейчас, Иван, это батл. Спасибо, Иван, очень приятно, это... Ну, короче, это очень круто. Спасибо большое. Я... спасибо на спасибо. Как... У меня евреи так научили уже все. Не пью сейчас, потому что, в принципе, во-первых, летом пить это пиздец. Ну, вот в Москве только нормально. Ну, там увидел корешей, там все такое. Вот. И как-то, бля, прикольно. И, кстати, Сеймур сказал... А, подожди, после третьего этапа не было. С Сеймуром как раз-таки я уже не пил. По-моему, пол-литра с ним выпил, потому что я уже не вывез просто дальше. За твой счет, не-не-не, это тоже ты. Так, ура, уже миллион раз написала, а, да? Как относишься к Киевстонеру? Угораю с него, пиздец, ну, крутой чувак очень. Ждать ли на BPM? Нет, не ждать. Прослушать, но он ему уже вроде сказал. Сколько лет? 24. Как относишься к Гиге? Лично не знаю, и мне у него очень понравилось два батла, по-моему, два. Ну, один точно пиздец. А остальное как-то что-то мне не зашло. Но один прям пиздец. А про такую строчку вырываясь ту разом, спрашиваю, кто последний. Ну да, типа, что на Ганбарса, ссылка и... Блядь, сейчас. Блядь, да что ты пришли? Сука, как это сложно. Вот, ну, за донаты надо благодарить. То есть это очевидно, вот. Тут, короче, все вылетает. Или что, или все появилось? Бля, что за хуйня? Меня видно, скажите? Ну что за хуйня? Сука. Блядь, Тирепс, ты еще тут. Ну раз... Блядь, короче, видно или нет? Ну что, все норм? Я себя не вижу, типа. Сука. Эх, заработал. Сейчас, о, наконец-таки. Я еще вот так на попу сидел. А, да,
Рикиев или топор. На батле охуенный второй раунд Рикиефа. Мне, в принципе, батл, ну, как-то так, типа. Но второй раунд Рикиефа, там, концовка, это вообще пизда. То есть очень круто. Вот. Видно, но не слышно. Блин. Почему не смотришь стрим? Ну, потому что я не смотрю стримы. Я смотрю стримы очень редко. Я вот посмотрел последний с собой, типа, где он мой батл смотрел. А так, у меня нет времени, типа, стрима особо смотреть. Что про Рикиеф думаешь? Ну, крутой очень чувак, мне нравится. Жду EP, ну, послушаю. Слушай, у меня есть мысль на этот счет, попробую с компьютера читать донатики, по идее... А мне же сообщения на телефон приходят, типа... Ну, оповещение этой хуйни. Всякого, блядь. Бера. Как ты себе ник придумал? Ох, блядь. На самом деле никак. Реально. Надо было, короче, придумать никнейм. Пацан задался целью, пацан ебанул цель. Как относишься к Рестеру? Охуенный чувак. Не продекодил строчку? Ну, короче, это типа... типа стёб над ганбарсами. И просто, что я к нему зашел, как будто типа к нему... Ну, я ж там, помнишь, говорил, типа, что, блядь, в окошке он сидит, вот я к нему в окошко, типа, а там дохуя людей. Стримы Лёхи и классика тоже нет, не смотрю. Чем занимаешься, куда время тратишь? Пишу рэп. Рэп-тексты. На что деньги потратишь с ФБ? Не знаю, не загадываю. Типа, ну, у меня вообще, типа, есть такая мечта, то есть это вот, ну, просто... Она, скажем так, связана с... Я не привязываю к тому, что вот когда выиграю ФБ, я, блядь, это сделаю. То есть, когда, скажем так, будет такая возможность... ну, вот моя мечта, я с 2004 года болею за Челси, и я бы охуел, если бы я попал на матч в Лондоне, на Стэмфорд-Бридж, на Челси, я бы просто... Ну, это вот мечта, я недавно об этом с корешем, то есть мы прям сидели, блядь, все подсчитывали, типа, бля, ну, короче, надо, ну, типа, когда-нибудь, чтобы это получилось. Ты куришь? Я курю, короче, когда на тусах, на после бухла, а так нет. Ну, я вот, типа, в Москве 2 дня курил, без... всегда, вот. Приехал в Ростов, дома, и мне даже не хочется. Рестер пишет, ну, так, типа, не говорят, ну, типа, ты же... Вот ты пизди, я не знаю, там, своего друга. Рестер охуенный мужик. Я вот причем с ним знаком не был до того, как я попал на Версус. То есть я был знаком с Яном. Вот, и типа, это честно, не потому что, ну, типа, я участвую там, не знаю, мне вообще похуй, посмотрит, не посмотрит. Но я вот реально, даже так, я вот скажу, я не ожидал, что настолько вот он, ну, крутой тип. Реально вот интересно и, короче, да. Так, ребят, кто не слышал, на... Ой, вот же, да. Сари норм или Конте пизжи? Ну, посмотрим, что Сари будет делать. Блин, фит с монеточкой. Я бы вот монеточка вообще фитанул бы, изи. Я бы, короче, просто не писал рэп на треке уже лет 15, но я бы написал, короче, на фит с монеточкой, это охуенно. Что думаешь про Оксимирона, сильно помогает? Так, ладно, пятый раз человек пишет. Когда твой батл выйдет, любим с девушкой по утрам за чашкой кофе смотреть твои раунды. Ну, я думаю, что где-то через месяц уже точно, даже меньше. Вот. Красавец, номер ваш, спасибо. Сейчас, Оксимирон тоже крутой чувак. Сильно ли помогает? Ну, особенно в последнее время, да. То есть, действительно, раньше... Ставьте лайки, да, говорит Рябина. То есть, поначалу, да, был какой-то момент, типа, что, ну, грубо говоря, там, человек на месяц там своими делами занимался, а вот, а в последнее, особенно время, очень много мы с ним разговариваем, и советы, и это интересно, вот. Даже просто, то есть, тут момент не в том, ментор или нет, типа, а просто, то есть, все же объективно понимают, что... Оксимирону есть что рассказать, так же, как и Смоки Мо. Разные вещи, но и кому бы не было интересно, то есть, пообщаться с такими людьми, а особенно, когда они тебя в итоге не разочаровывают, что, ну, бля, на самом деле, типа, не такой уж интересный чувак. Я вот как могу сказать положительное про Оксимирона, то есть, реально с ним интересно, вот, и точно так же могу сказать и про Смоки. Мы с ним в основном как бы при встречах каких-то перешутками там перекидывались. Но действительно, блин, крутой мужик.
Не думай, что 2-1 с казахом испортит. Ну, это очевидно, что это может подпортить. Кто самый пиздатый в твоей команде? Ну, блин, так нельзя. Мне очень нравится... Вот увидите следующий батл Палм Дропова. Это мое любимое выступление на предыдущем ивенте. Когда планируется стримчик на родимом ютубе? Слушай, да хоть может... Блядь. Может и завтра. Не знаю. Посмотрим. Буду идти, спасибо. Да, давай, Александр. Приходи на стримы на ютубе. Там я чаще, и мне кажется, чуть-чуть интереснее там, но... Уже заебали шутки про голубков, это же банально. Слушай, это ты, короче, еще не видишь каждый день вот эти охуительно смешные сторис. Блять, когда человек идет, он видит стаю голубей, он такой... Нет, ну ебать. Мне кажется, что если я сейчас возьму телефон, сниму этих блядских голубей, отмечу там всех участников команды «Злые голуби», это же будет пиздецки смешно. И просто, короче, эти ебаные смотришь, постоянно тебя отмечают и думаешь, ну, типа, ладно, я понимаю общий стёб над этим, но уже хотя бы, блядь, давайте какие-то другие способы, я не знаю. Как относишься к скриптониту? Охуительно. Я вот скриптонита, то есть, полюбил, честно, только с альбома 15-го, да, получается, года, ну, вот этот «Дом». Вот, то есть, блядь, ну как же я охуел. И сейчас, когда его, вот этот альбом вышел, «Праздник на улице», ну, короче, который у него, типа, он потом сказал, что это микстейп, мне сначала вообще не зашел. А сейчас, блядь, только включите мне, только скажите, что есть дело, и оно неотложно, я, ебать, вообще ворвусь только так. Как тебе РНБ последний? Прикольно, прикольно. «Жопа или сиськи»? Жопа. Как относишься к ATL? Тоже охуительно. Вот с эпишки Кости, по-моему, да, называл. Или черепа Кости. Блять, я забыл. Вот. Как можно сделать с тобой селфи? Да, ну, типа, при встрече на улице очень просто. Просто подходишь и говоришь, давай, типа, это, ебанем селфи, и все. Ответь. Блин, а я что-то не вижу. А клип Локи не смотрел еще, с девушкой живешь, да. Как альбом Терепса, охуительно. Сейчас я даже найду, на что тебе там ответить надо. Но мне кажется, я только сейчас проебусь во всем этом дерьме. Ладно, да, все, короче, я устал. Battles, сейчас. Как тебе Джонни Бой, раньше нравился, сейчас новый альбом говно полное. С кем следующий батл, не могу сказать. Батл Сеймура с Лехой Горяч. Я скажу так, половина батла очень крутая. Мне прям пиздец понравилось. Ты в Питере? Нет. Здорово, Коля. Как относишься к поэзии, не к рэпу? Честно, не увлекаюсь, просто потому что как-то не моя сфера, я не тратил на это свое внимание. Вот. Кровосток не слушаю. Я понимаю, но не слушаю. В каком районе живешь? Ну, на западном, скажем так. Как тебе Джонни Бой ответил, почему все думают, что ты его вынесешь? Ну, не знаю. Врать тебе в лицо, прошу простить. А, я ебать ответил, ну, пиздец. Между командами есть вражда? Нет, никакой. Девушка есть, да. Если бы тебе скриптонит предложил фит, ты бы охуел. Я бы, кстати, сделал скриптонитом и монеточкой на фите. Ебать, это бы разорвало, прикиньте. А самое главное, что, короче, как бы Оксимирон мне завидовал, типа. Вот, да. Какой любимый батл зарубежный под Stay Sharon? Но это вот, знаешь, типа, это как я отложился в голове, что надо, ну, под Stay Sharon, а в общем, все равно он может уже и подзаебывать там, и все такое. Ну, пока так. Ты же вроде Окси нахуй слал. Никогда я Окси нахуй не слал. А что, уже вышел батл? Нет, не вышел. Когда выпустишь новые треки, не знаю, когда-нибудь. Микси зашел, Микси здесь. Я его, ну, вы пишете, здорово, Микси. Я, правда, блядь, что-то не могу увидеть где-то тут. А, мне, наверное, не показывает, кто зашел. Короче, да, ладно, если это тут, Микси, здорово. Леха и Сеймур батлили, ну да. Какой фит со скрипом, ты же не казах, ну и чё. Как тебе Смоки? Ну, я уже отвечал, типа, реально, по мне так крутой дядя. Влад, может, не заметил, когда ждать следующий отснятый батл по списку, ну, в воскресенье, я так думаю. Бля, что делать, когда никто из друзей не смотрит ФБ и даже не... Ух, ебать. Монеточка скриптонит, пьем, кто тут лишний. Как тебе Майлз на последний батл? Мне понравился.
Не все понравилось, но, блин, круто было. Тебе деньги нужны? Деньги всем нужны всегда, я думаю. Батл с гнойным реален. Это вопрос или это, я не знаю. Я не знаю ответ на этот вопрос. Ивент «Слово против Версус» снимали, где только Версус. «Слово против Версус» такого я не знал, что он будет еще. Майлз топ. Ну, не топ, но очень потенциальный чувак. Так, Мирон или Скрип? В плане музла? Ну, все-таки Мирон, потому что все-таки... О, Микс, это все-таки написал. А если бы ты увидел инопланетянина, он бы тебе понравился. Бля. Все, ты там это, завязывай, ты знаешь все. Вот. Иди-ка порисуй. Ты, кстати, этот баллончик-то дали же, да? Нарисовал что-нибудь. Кто нравится из противоположной команды? Ну, Парагрин, Браги, мне больше всех нравится. Сейчас вся команда сойдется. Когда на Версусе будут панчи хотя бы с двойными смыслами? Ну, нет, ты уже докапываешься, по-моему. Пойдешь на первый матч Ростова, на первый нет. А каких игроков хотел бы видеть в Челси? Я бы хотел, короче, чтобы Джон Терри, Фрэнк Лэмпорт и Дидье Дрогба играли всю жизнь. Просто чтобы они вечно были в 29-летнем возрасте. Как тебе второй сезон РБЛ, если можно ответить развернуто? Слушай, а второй сезон РБЛ местами. То есть есть слабые батлы, есть очень крутые батлы, а есть батлы, которые называют слабыми или сильными, а я не понимаю, почему это так называют. Ну, вот, допустим, раунды Сотникова. А сейчас честно. Я хочу написать Хари Кришна, бля. Только не на двери, блядь, пожалуйста, потому что мы в итоге пойдем в этот самый, где с Епифанцем мы снимали, мы там уже, блядь, будем батлы делать. Вот. А когда аву поменяешь, никогда. Вот пока я по жизни буду таким недовольным, я буду, блядь. На самом деле я всем доволен, не знаю, что я уедусь. Так вот. Второй сезон РБЛ, да, то есть, честно, батл Молодца с Керамбитом и батл Бионда с Дипом очень расхвалили. А батлы хорошие, это реально крутые, ну, хорошие батлы, но, блядь, я не знаю почему, раунды Сотникова, они меня зацепили больше. Вот, раунды Сотникова против Дизвилса, я что-то так угорал, я так с панчлайнов, то есть, по мне, так панчлайны там были как-то поприкольнее, вот. Но вообще самые топовые два раунда за весь абсолютно вот сезон РБЛ второй на данный момент, это первый и второй раунды АО против GMM, это пиздец. Это лучше, на мой взгляд, чем, допустим, раунды Дипа там против Plain Dead. Я вообще охуел. Это типа не к Дипу, Дипа, блядь, есть супер батлы. Вот. Ну, короче, прям раунды АО, кто не видел... Посмотрите. Топ-3 батл МЦ. Не знаю. Я типа пытаюсь не мыслить топами. Мыслить надо вот как предлагает Анастейша Фомина. Такой-то медвежонок милый. Вот это уже, ну, более, типа, интересная мысль, чем топ-3. Вот это я буду сидеть и думать, что я лучше подумаю, что медвежонок. Лучший батл, который видел, это 100% батл Чейни и Хайда, потому что я его видел вживую, и это просто, блядь, ну... То есть, это реально тот батл, после которого люди вышли, это честно. Ну, не знаю, кто знает, что там, короче, ну, один парень заплакал, типа, на батле. То есть, ты вот сам не понимаешь, но вот у тебя как будто эмоции все из тебя вытянули, и ты просто вот, ну, в каком-то состоянии и удовольствия, и, короче, удовлетворения, да, и при этом ты вот думаешь... Бля, что теперь? Вот все. То есть у меня сейчас вот пиво вообще не нравится, там, я не знаю. Ну, какие-то вот моменты, которые должны тебе доставлять удовольствие, тебе похуй на них. Окси Дизастер, мнение, охуительные раунды Мирона, причем я вот пересмотрел именно неделю назад и довыкупал, то есть моменты. Мне нравится. Чувствуешь ли, что ты растешь как батлер на флешке? Слушай, это спорный момент про расту или нет, я точно делаю в другом направлении, и мне это нравится. А, в принципе, смотри, после каждого сезона, вот у меня был там сезон в этом, слово юг, да, вот, я просто потом понял, что меня заебало делать вот так. Я знаю схему, которую, я юзал на слово юг, понимаешь, типа, и, то есть, я после финала, дело не в том, выиграл, проиграл, неважно, я такой думаю, мне надоело так делать. Я пошел на РБЛ,
То есть там сложилась как бы со временем там своя схема. За 4 батла она выработалась. То есть я уже финал писал, грубо говоря, по проторенной дорожке. Это заебывает. Меня это заебало. И когда я попал на Versus, то есть я подумал, что мне нужно что-то изменить. Дело не в том, что подстроиться. Как, блядь, я не понимаю, серьезно, кто думает, что там я под Versus подстроился или что-то такое. Сейчас сам Versus как будто, блядь, под меня подстраивается, ну, под какой-то более батл рэп, чем раньше, да? Вот. И я не знаю, вырос, не вырос, но точно знаю... Ебать, я высветлил себя так, как я. А сейчас затемню. Ну, блядь, вот так вот, я как Огил. Вот. А, и, короче, вот так. Я надеюсь, ты... У тебя есть музло? Ну так, есть в паблике чуть-чуть. Сложно писать текста на оппонента и сколько по времени? Ну, бывает сложно, бывает нет. По времени, именно писанина, она у меня занимает там 5-6-9 дней. Вот так. А продумывание всего этого, ну, месяц. Смотришь, рвать на битах, какие батлы нравятся. Смотрю, но я... Мне нравятся батлы Диктатора и Шума. Вот. Я их фанат. Расскажи про этапы, где ты раньше работал, сложно ли для тебя было совмещать работу и творчество, сейчас живешь только на деньги с Версуса. А раньше работал, короче, в сервисном центре, скажем так, то есть работа, ну, прикольная, не знаю, мне было достаточно интересно, вот. Сложно ли было совмещать? Не очень просто, я бы так сказал. Вот, и я в какой-то момент понял, что я начинаю чуть-чуть под это все прогибаться и уже мыслить не о том, как, типа, развиваться как, ну, творчески, да, а как бы, блядь, наоборот, то есть как бы украсть у батла, да, то есть, а может быть, да похуй там этот раунд будет хуёвее, чем он, чем если бы я провел за ним время, зато я там, не знаю, короче, я думаю, что вы поняли. Сейчас живу на деньги с Версуса, нет денег от Версуса, ну, есть на что жить. Когда разъебешь гнойный? Так, бедный гнойный. Я как фанат Манчестер Юнайтед хочу сказать, что все Челси будет хорошо. Хочу, чтобы матчи Юнайтеду тоже уважение. Это легендарная команда. Так, блядь, сейчас. Как относишься к группе? Не знаю. Какой твой фаворитный альбом? О, да, наверное. Раунд про книгу, что скажешь? Ну, блядь, я не знаю. А прикольно было бы сделать какой-нибудь раунд, блядь, про, не знаю, Винни-Пух и все-все-все. Блять, я сейчас подал идею своему оппоненту. Ладно. Как же неудобно в инсте, ну да, такое. Сколько у тебя времени на подготовку, в общем, получается? Ну, в общем, типа... Ой, блядь, что-то мне этот трек не нравится, я что-то подумал, можно и вырубить уже. А, подготовка, ну, не знаю, там, месяц. То есть, 2 недели, как обычно, там, продумывание. Неделя примерно, чуть больше, может быть, когда как, когда проебался, когда нет. Написание и дней... 5 в идеале бы учить текст. Как к GoKill относишься? Ну так, пару батлов мне у него понравились. А, ты удалил какой-то альбом с декабристом? Я не удалил, я, ну, удалил со стены просто, потому что, ну, информация уже не актуальна. То есть, ну, бля, человек заходит, смотрит меня. Знаешь, если бы у меня было бы там 3 альбома, там, 14-й год, там, 16-й, 18-й, и этот был бы не так далеко, то есть вот до него листать, но он был бы 3-м хотя бы, то я бы оставил. А так, человек листает, так, батлы 17-го, 18-го года, ебать, альбом 14-го, ну, типа уже, да. Гнойный в друзьях. Бля, Гнойный в друзьях у меня с 14-го года, мы с ним как бы лично были знакомы еще тогда. Как относится к Шеймеру, как батлерам с... Батлерцы, блядь. Не хватает Фиделио, потому что верните Фиделио, блядь. Мне нечем заняться. Фиделио верните. Батлер МЦ, мать этого, блядь, Стифлера. Где все эти легенды? Так, я извиняюсь. Сеймур охуенный батлер МЦ. Когда в Питере будешь, не могу пока сказать. Раунд по игре надо ебануть было бы. А были раунды по игре? Как к Гуфу относишься? Охуительно. Типа, слушал вот с детства... Короче, сейчас, ну, то есть уже меньше слушаю, но, блин, строчки в сердечке. Почему текст слабый, ты его пытался лучше выучить? Не знаю. И Роналду в Юве ожидал? Нет, не ожидал. Делаешь ставки на спорт? Бывает, бывает. А, как относишься к Фиделю? Ну, я вот выразил. Расскажи про Сирию? Нет. Вот один раз у меня бомбануло на стриме за Б. Ну, не то, что бомбануло, меня это на эмоцию, вот, да, вызвало... И я рассказал все. Ну, то есть на Ютубе это можно найти. А рассказывать это еще раз, это опять возвращает эмоции. А это я уже не хочу. Саламулю Ракабуби.
Саламуля, рак будет. Оксимирон или гной? Это же Оксимирон, ты что? Кто ФБ больше нравится? Я. И Оксимирон, мне очень нравятся эти двое. Так, скажи, где я не хочу видеть Микси Бобби в финале. Микси Бобби, это было бы интересно, если бы это был один человек. Кто твой идеальный оппонент, Максим Паровод? Смотришь российский футбол, всегда за кого болеешь? Очень редко, но бывает смотрю. Ну, поддерживаю как-то с детства Локомотив, кстати. Вот, и Ростов. Победили в натуре, да-да-да. Пьем мудак и сериал вообще топ, охуенно просто. У Паши плохого вышел альбом. Ну что? Сейчас, блядь, включу. А я не знаю, его найдет вообще? Или ну его нахуй? Так. Панч попал в бит, да, мне тоже нравится, охуенно там человек. Блядь, а как Паши плохого найти альбом? Есть на него какая-то ссылка вообще? Ну, блядь, ты где, сука? О, вот он. Все. Этот стрим будет идти вечно. Та-та-та-та. В армии не был. Блядь, ну я уже чувствую этот топ. Все? Зачем трансляции крутишь без подъеба или интересно? Просто интересно пообщаться бывает. А тоже за Локомотив России. Не, я больше не могу. А, включи мой трек, чтобы на фоне играл, а? Не. Да все, что-то, короче, этот папаша плохой мне музыку нахуй испоганил. Все отношение вообще к музыке. Так, а, только не отрицай, на твоем лице написано, что у тебя не приезжает Микси. Где тут на это написано? Перезаебал стримить, ты же в лагере. Ну если бы. Блять, сейчас. Какой свой панч больше всего? Так как-то уж не очень это. Ну ты понял. У тебя будет время дать молодому участнику признаться РПЛ? Блять, Кэл, пиши, заебал. Тебе я отвечу, как, когда угодно. Ну, почти. Почему Рестор так редко видосы публикуют? В смысле редко? Не знаю, вроде не редко. Бемчик, на море поедешь в этом и куда? Какие вообще... Не знаю, в этом году уже, наверное, нет. Ну, потому что занято все. Ебаная. Матч, во время которого ты испытывал самые жесткие эмоции. Скорее всего, Челси Юнайтед, 8-й год. Этот финал Лиги Чемпионов. Какой свой панч тебе больше всего, блядь, лучше было? Ну, это не очень грамотно так говорить. А, так, Микси, мазафака, Микс, нахуй творчество, Паш. Ты что там, бабло выпрашиваешь? Да, видишь, сижу, выпрашиваю бабло. И, блядь, скинь мне, пожалуйста, бабло. Был на батле Рэм versus Муфаса, да, был. А как оцениваешь свои шансы на победу? Ну, все может быть. Когда с палмдропочем бухать? Скоро. Так, Месси или Роналду? Ну, мне как-то, не знаю, больше Роналду всегда нравился. Вот. Ну, просто потому, что я больше всегда любил Реал, а не Барселону. Как с Гришей после комплиментарки бат? Сложно, честно, сложно. Куда пропал всячески? Не знаю, я смотрю его инстасторис, там странно что-то происходит. Так, тяжело ли тебе писать текст для батлов? Ну, бывает да, бывает нет. Слышал альбом Терепса, да, охуенный альбом. Так, да, вы тоже просите, кидайте мне это что. Идеальный соперник для тебя сейчас? Да не знаю. Витя Бови, вот с Витей Бови охуительный батл. Про пятки, ну прикольно панчлайн, да. Как относишься к Бови, да на самом деле хорошо. Очень прикольный чувак в жизни, я с ним как-то интересно было. С Лехой Медь общался, да, общался. Ну, не знаю, в жизни особенно тоже приятный тип. Ну, мы с ним немного общались, но очень такой адекватный и... То есть видно, когда в человеке нет вот этого, когда, типа, знаешь, вот прет из него рэп, рэпчик, он такой хип-хоповый весь. Вот, а все равно, как бы, можно, ну, быть полностью в этой культуре, но абсолютно, блядь, нормально разговаривать, без лишних, там, понтов, не знаю. Батл Рэма и Муфасы, хороший батл. Хочется узнать твое мнение, рифма дохуя решает. Многое, да. Сколько фит стоит? Нет, фиты... Я, как бы, блядь, продался, вот, типа, да, то есть... Эти, блядь, циферки прикрепил Сбера, но фиты за бабки не пишу вообще ни за какие. Так,
если бы снова батл сектором, что бы ты изменил? А вдруг у меня с ним будет скоро батл? Ну или не скоро когда-нибудь. А я сейчас все расскажу, он потом просто тактически меня переиграет. Интересно было бы с Мироном побатлить? Да на самом деле нет. Ну просто реально, что ему уже предъявлять? Заебался ли от формата Дома 2? Ну так нет этого формата. Прямой эфир. О, здорово, Ваныч. Сколько раз батлился за Б? 4, что ли? Так. Гамбирязный Рамирес. Ну, мне понравилось, нормально. Я чуть-чуть большего ждал, но нет. Тогда как с тобой зафитовать? Слушай, ну вот ты, типа, если хочешь зафитовать, ты, значит, как-то должен следить за тем, что происходило в плане, там, треков у меня в ближайшее, недавнее время. И если ты не заметил, то у меня не было треков уже 3 года. То есть я не пишу треки. Так. Керамбит или Мовчик? Ну, в том батле победил Керамбит. Тебе реально не нравится быть в команде Окси? Откуда такая информация? Почему реально? Нет, мне очень там нравится. Очень хорошо себя ощущаю в команде Оксимирона. Что вы, блядь, не верите нам? Что нам еще нужно сделать? Я не понимаю. Ну, кстати, раскрутить Оксимирона на фит и сказать, типа, ну, слушай, люди не верят, что мы с тобой, что ладно, нормально ладим, что мне нравится у тебя в команде. Давай сделаем фит. И все, и пизда. Так. С Оксимироном и с Монеточкой. Написал бы, хоть, блядь, 10 лет до этого не писал, и все. В скайпе, блядь, 2 года дозванивались. Фаворит РБЛ, АО, любимый трек Скриптонита, ну, наверное, вечеринка. Что пил? Пиво, вино, всякую хуйню. А состав ФБ4 сильнее тех составов? Ну, наверное, да. После Фрешблада что планируешь делать в плане рэп-индустрии? Стримы? Не знаю. Пока хуй знает. Так, ну а почему бы не начать? Да нет, просто нет. Я не... Фиты за бабки, тем более, мне кажется, это как-то уж не то. Не то. То есть... Хуйня какая-то, если честно. Если я тебя увижу в жизни, я тебя обниму. Вообще, только надо сначала предупредить, чтобы это было не сзади. Потому что один раз я шел, короче, ночью, блядь, по набережной. Никого нахуй нет, зима. Ну, там, так, относительно зима была. Вообще нахуй никого. Вот, и меня, а я в наушниках. И меня сзади, короче, дергает, блядь, за куртку. Я такой, типа, ты чё, ебать? А там чё, говорит, о, блядь, там это, ебать, давай сфоткаемся. Я такой думаю, ну, давай. Вот. GoFit, ну я же предлагаю тебе. Ну, с Монеточкой, да. Это у тебя, кстати, аватарка изменилась. Не ты. А, хочу фит Окси и Влада. Ну да, да, сейчас забацаем. Ты будешь еще в этом году участвовать? В этом году нет, на РБЛ не буду. А, тебе победы не видать. Вау! Это же панчлайн, если я не ошибаюсь. Блять, Оксимирона или еще кто-то. Увидел Азара вживую, твои эмоции, я охуел. Ну, то есть, я вот весь матч, блядь, Бельгия-Япония, просто сидел такой, ебать, тут же нахуй половина всех мировых звезд. Мне было очень круто. Когда на стримах вебка будет, об этом как раз я и хотел поговорить на следующем стриме на Ютубе. То есть, скорее всего, возможно, даже следующий будет уже с камерой. То есть, вроде бы должно все быть хорошо. Как у тебя с наркотой, тяжелее травы жрал, что я и траву не жрал, так что никак, не мое, и не хочу с этим соприкасаться. Играешь ли в CS, что думаешь по поводу этой игры? Ну, когда-то давно играл, сейчас уже не играю. Ждешь выступления Лаванды на 140? Ну, я посмотрю обязательно. Как ты относишься к Пидору Крид? Ну, на самом деле, у него есть хорошие поп-треки. Почему нет? Попсу тоже нужно уметь воспринимать. Про команду люди думают так, потому что ты не любитель показухи, а тут флаги, кричалки, дядька лысый на столе. Ну, показухи уже с каждым разом все меньше и меньше. То есть, это да, показуху я не люблю. Вот. И, короче, сейчас этого уже практически нет. Мешаешь смотреть стрим за Б. Ну, не заходи сюда тогда. Ну, блин, тут же все просто, типа. Кого считаешь самым сильным батлом Цей за основу Версуса? Что такое основа Версуса? По-моему, основа Версуса это просто более хайповые, типа, батлеры, ну, не батлеры, да, вот именно, что рэп-артисты, или даже не рэп-артисты. Вот. Трансу, наверное, да, сохраню. Сейчас, кстати, один сойер декодит стрим. А, ну, пусть, да. А, так, так, так. Согласен ли ты, что Гнойный справедливо победил Окси?
Блядь, 25 июля 2018-го. Да, Дойный победил Окси. Не 5-0, но победил. Смотрел фильмы Тарковского? Нет. Ютуб-канал в шапку при цепи. Да, кстати, вот хорошая идея. Иди спать, дай ЗБ смотреть. Если жирафа вкусить, он зачеркивает, ну, блядь, ну, забавно. Как это отнесся к Дису Гнойного? Ну, не забавно. Как-то не очень. Красавчик Battle Storm, огонь, спасибо. Как ты, Каши? Ну, мне нравится у него там треков 5, наверное. Прикольно. Очень, типа, энергично. Рецензия на Роспечаль. Ай, блядь, все тут вы знаете. А, ну, рецензии и вообще вот эти статейки я пишу тогда, когда я не готовлюсь к батлам. Не готовлюсь к батлам я тогда, когда я только что отбатлил. Вот сейчас не до этого всего. А, так. Палмдропов вылетел. Не дай бог. Я тогда не знаю, блядь, что я буду делать без Палмдропова. Что с собакой случилось? Какой собакой? Как ты думаешь, ты проиграл сектору в финале? Ну, сейчас, секунду. Скорее, да. То есть там как батл позиции, типа, да? А, то есть позицию я не проебал. А проиграл именно по количеству панчлайнов, количеству смешных моментов. То есть, так, Гнойный по делу в Дисе предъявил. Ну, торчу вас как тараканов, это по делу, да. Как тебе Батайск, приезжай в гости. Слушай, был, я там был, короче, один раз. Там же, типа, эта часть, да, где куда забирают. Вот, и меня случайно туда отвезли. Я приехал 18 лет на, типа, эту хуйню, проверку. Когда-то там надо приходить по приписному. И мне просто случайно, блядь, закинули с призывниками в маршрутку. И мне все, просто в маршрутке уже говорят, так мы все, сейчас в армию, типа. Я говорю, ты что, ебанулась, блядь, баба? Ты что, блядь, ты это самое. Харе мне тут загонять. Вот, она такая, да не-не-не, я тебе говорю, все, короче, в армию. Я пишу маме, говорю, меня в армию забирают. Она такая, ну, ебашь. Вот, и типа я приезжаю, там просто по фамилиям проверяют, а меня нет. И мне говорят, ну тогда уходи. А я, блядь, был без вообще денег, без рубля. Вот, и, короче, я тогда нашел как способ, как выбраться. Кого считаешь сильнее, Микси или Скрэпера? Кстати, недавно пересматривал Скрэпи, Микси и Скрэпи. Была бы охуенная группа. Вот. А, ты написал под одной фоткой, что она была сделана до вылета Палмдропова. Ну, троллинг тоже никто не отменял. А, Battle Rap умирает, никто же не делает ничего нового. Нет, Battle Rap не умирает. А, лицемерие ли называть кого-то лицемером, если по сути все люди лицемерны? Ну, хуй его знает. Просто есть лицемерие, которое, наверное, слишком наглое. Есть лицемерие, которое с расчетом, что этого никто не заметит. А есть лицемерие с расчетом на то, что ты вот реально поменял свою точку зрения. Ну, смотришь стрим ЗБ? Да, вот сейчас сижу, смотрю. На самом деле, блин, я очень редко смотрю стримы ЗБ. ПМ какой рост? 1.84 или 1.85, что-то вот в этом духе. Скажи, тебя Микси не заебал? Бля, вообще Микси заебал меня по-страшному. Да не знаю, чем бы он меня заебал, мы с ним не так часто видимся. Как PLC с Рестером? Да вроде нормально. Ну, обнялись они, конечно, разного роста, но тем не менее. А, Парагрин или Микси? Выиграл в том батле Парагрин, по моему мнению. FIFA или PES? FIFA. PES до 13 года. 13-й PES вообще охуенно был. Согласен с тем, что Псай лучше судья. Я вот именно сегодня смотрел, короче, судейство Псай, охуенно было. Так, кого считаешь самым сильным из своей команды? Себя. Ебать, ну история охуеть, типичная россияне, их засудить. Ну, да, похищение человека. Ну, мне было 18 лет, я, короче, был счастлив, что я еще потом домой. А у меня еще экзамены, ЕГЭ через 2 дня. Любишь черную смородину? Да, люблю. Смотрел быть дауном? Нет. Как Витя Бови? Нормально. Мирон или ЗБ победит в батле? Не знаю. С чего начинал свое творчество? Да просто как-то стихи, блядь, потом рэп писал, очень хуёво писал, очень хуёво записывал, а потом как-то и батлы появились. Чей батл посмотрел бы, кто? Не, не знаю, таких вот, типа, как-то, блядь, хуй знает. А, кого пиздил из своей команды Крыль Палмдропа? Ну, не знаю, я с ним лежал, только его и пиздил. Болел за дядю Женю? Нет, да не следил за всем этим. Рэпер Кизару? Ну, как-то не так, не знаю, мне не очень. Госсходку в Мегамаге, от меня очень далеко Мегамаг. Да и тем более, ну что это сходка? Ну, зачем? Я не знаю смысла в этом. Панчи или флоу? Панчи. Как мне жаль, что ты к этим голубям попал. Ну, я не нуждаюсь в жалости, если честно, потому что
Поначалу было неловко, неприятно, непривычно. Ничего, то есть все притирается ко всему. То есть на любом проекте, на котором я участвовал, особенно поначалу, были моменты. Просто на версусе они слишком, наверное, получились яркими и очевидными. Вот. А на всех проектах были моменты, когда ты сначала думаешь, это, я, конечно, тут, блядь, все хорошо, но вот это хуйня. Ну вот, а потом, нормально. Кайрос тупил Си, ну, не знаю, ниже чуть-чуть меня, ну, не чуть, я не знаю, как. А как Мовецкий, как относится к похоронилу, охуенно, к Мовецкий рэмбит хороший батл, твой лучший панч в целом и на ФБ4, не знаю, не помню, на ФБ4 мой, если так сейчас вспомнить. Ну, может, пропал бит, остался навсегда. Че принимаешь, ничего. Боялся, что не влезешь, блядь, да, по-страшному вообще переживал. Какой любимый сериал? Ну, наверное, «Побег из тюрьмы». Это так тоже в сердечко отложилось. Это «Клиника» и «Друзья» охуенно. А, «Осилил бы дизастера»? Не знаю. Даже вот я вот сейчас думаю, учитывая там язык, хуй знает. А, у вас на ФБ были драки? Нет. Ну, микс из ресторана. Так, видел в рецензии на крылья Лоча Уферова, как относится к Кодексу, не прошло ли его время. Ну, сейчас я как-то не слушаю, но у него действительно были хорошие треки. Вот. А на твой взгляд, лучше возможный бан? Не знаю, вот эти гадания, честно, хуй знает. Ну, Оксимирон Шок, это было бы очень эпично. Что должно произойти, чтобы ты начал строчить треки? Не знаю, честно. Я бы тогда уже как-то это попытался бы сделать. Как Керамбит, хороший батл с молодцом. Смотришь Дудя, смотрю, как персонаж интересный, молодец. Почему Дипа не взяли, потому что он не сдавал заявку. Вынесешь Окси? Нет, ни за что. Сколько раз в неделю выпиваешь? Много, ну вот один раз в месяц выпил. С кем хотел бы забатлить? Ни с кем. Как можно не списаться в этом сезоне за 2-3 бата у всех уже? Это сложно, я не знаю. То есть мне пока более-менее везет, то есть на оппонентов, что о моих оппонентах не так много до меня говорили. Ну вот, потом посмотрим. Что-то Микси говорил, что его пиздил ресторатор. Ну да, было вроде такое. Твой любимый свой батл с Лока, наверное. Добля там какие дауны, без языка не смотришься. Как-то не смотришься. Ну, почему дауны? Так, так, сейчас, секунду. 176 рублей и 70 копеек от кого-то пришло, но не приходит это... То есть пришло, что зачисли. А, вот Иван Александрович. Я бы с удовольствием вообще там с Сектором бы сделал совместную трансляцию, а с Палмдроповым. Я бы с Палмдроповым нам проще, когда мы, короче, вместе будем, то есть, сделать. Но, блядь, я не знаю, почему у меня, типа, Инстаграм не поддерживает совместные трансляции. Там начинается ебанина со звуком или ебанина, короче, с видео. Ну, вот мы пытались сделать это... Со Сектором не получилось. А, как тебе новость, что Монако купили Головина? Блять, ну что, вот прям уже все? Ну вообще, как бы я хотел его в Челси. А есть какой-то вариант, это, номер Абрамовича дайте? Я как бы, блять, ну, не готов к такому. Как начал батлить, если ноунейм? А, как начать батлить? Ну, искать какие-то площадки. Блять, сука. Ну ладно, его тоже можно понять. Реально, чувак тоже молодец. Не на имя повелся, а на... То, что он там будет играть. Хотя вот, блядь, если вот он в Монако не будет играть, то после этого все. Вот его обратно в ЦСКА и скажут, все, чувак, типа, ну ты в Монако не заиграл. Это неплохой клуб. Но мне кажется, что это именно тот клуб, который... Во-первых, еще чемпионат, блядь, неинтересный. Ну, будет много забивать всяким Асером. Ой, Асера уже нет, там нет. Ну, вы поняли, короче. Так, тёлки стали давать после Версуса. Ну, моя девушка... Да, она говорит, ну, все, короче, до Версуса, типа, там, 3 раза в неделю, сейчас 4 можно. Ответишь, убивай, то, что он тебя хуйню. Ну, может, когда-нибудь поговорим по этому поводу. Сам за кого болеешь, проебал где? Чем интересуешься? Футболом. Пиздец, Мальком увели. Бля, я так, короче, обрадовался, думал, Мальком в Роме, это интересно. Мальком в Барселоне, это хуйня, это неинтересно. О, 2 минуты мне тут показывают, что осталось, поэтому сейчас... На что отвечу? Короче, да, поэтому про футбол тогда это. Это была самая эпичная транса с Сектором. Без вами КБ, ну да. Знаешь страну Туркменистан? Ну, конечно. В Челси он бы не заиграл. Ну, да, да, наверное, да. Хитро выебанный спойлер уже был. Ты за Челси болеешь, да. Ну, если конкуренции нет, хорошо это. UFC не смотрю, участвовал в текстовых, нет. Не хочешь вратарем стать, нет. Какой рост и вес? Вес, честно, даже не знаю. А рост мне это 85 это. С тобой фиат реально записать? Нет. Мисси. Ну все, у меня микси, короче, только один.
Роналду, хобби, ну, футбол, рэп, не знаю. Будешь худеть, не шутки, не шутки буду. Мальком нахуй играть в Барсе не буду, да. Любишь обнимавки, да. Что-нибудь посоветовал Маку? Ну да, мы обсуждаем все баты там, вся хуйня. Оппонент, про которого ты думал, как нехуй разъебу. Ну, честно, был паровоз такой. То есть я реально понимал, что, ну, блин, я знал, что я сделаю и все такое. Черчесова номинировали, да, я видел. Ты сейчас с МП? Нет. Что скажешь про уход Роналду? Ну, блядь, посмотрим. Ты обещал, что Макконнелл лучше, он лучше сделал, реально. А, спасибо за стрим. Вот, вот правильно. У нас осталось 33 секунды. Его надо... Его, блядь. Их надо... Подскажи фильм, блядь. Сейчас. Рад, перископ, майки.орг. Заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау.